добрый день. Сегодня 11 июня 2023 года, город Ростов-на-Дону, кафе «Особенное». Меня зовут Дмитрий, это мой диджей Анастасия. Мы сегодня будем проводить свадьбу для Сергея и Светланы. И сейчас мы отправимся к гостям и с ними познакомимся, и узнаем, что они думают о молодоженах. Since that day I live in a dream. Меня зовут Даша. Алексей. Александр. Саша. Здравствуйте, меня зовут Яна. Откуда вы приехали? Сейчас из города Ейска. Ой, мы приехали из Свердловской области, поселок был наш. Откуда же? Мы из Калмыкии. Из Ейска. Сальск. Сальск. Чтобы порадовать нашего жениха, что мы будем делать? Отрываться, танцевать или у вас какие планы? Отдыхать, поздравлять, веселиться. Нас танцевать. Ну, отдыхать, танцевать, поздравлять невесту. Главное начать, а там... Веселиться. За меня все сказала жена. А если бы невеста была бы машиной, какой бы марки она была бы машина? Мерседес. Я в марках не разбираюсь, машины. Если бы жених был фильмом, каким бы фильмом он был? Дальнобойщики. Дальнобойщики, да. Если бы жених был бы телепередачей, какой бы телепередачей он был бы? Какой-нибудь такой это, веселый. За рулем. Это самый брутальный дальнобойщик Ростова-на-Дону. Романтик и любит баловать свою женщину. Под ваши аплодисменты, жених Сергей. Сергей, как ваше настроение? Ждете Светлану? Отлично. Невеста всем удалась у нас. Умом и красотой. И хозяйка знатная. Хотите картины вам нарисуют, хотите рубашку сосьет. А если очень попросить, то и станцует. Под ваши аплодисменты, невеста Светлана. Светлана, Сергей, ближе подходите. Дорогие наши невесты и жених, мы рады приветствовать вас на официальной церемонии бракосочетания. Светлана и Сергей, любовь – это большое сокровище, дарованное человеку. Ваша жизнь – как песочные часы, два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени. Эта нить связала вас, ваши судьбы, а сегодня ваши сердца заключают союз, биться рядом, неразрывно, на всю последующую жизнь. Перед тем, как официально заключить ваш брак, я хотела бы услышать, является ли ваше желание свободным, искренним и взаимным, с открытым ли сердцем, по собственному ли желанию и доброй воле вы заключаете брак? Прошу ответить вас, жених. Да, конечно. Прошу ответить вас, невеста. Да, конечно. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. С давних времен кольца всегда использовались в важных событиях. Кольцо является совершенным кругом, которое не имеет ни начала, ни конца. Оно обозначает ваше совместное желание иметь бесконечную любовь друг к другу. Что бы ни было конца вашему счастью, вашей любви, супружеской жизни. Поэтому, находясь вместе или в разлуке, пускай кольцо будет постоянным напоминанием вам об обещании, которое вы даете сегодня. Примите обручальные кольца как символ единства, верности и чистой любви. Пусть они всегда напоминают вам, что ваша любовь бесконечна.
дорогие новобрачные, я прошу вас обменяться обручальными кольцами. С рождением вашей семьи. Но теперь вы можете поздравить друг друга. Аплодисменты! Ура! Ура! I love the way you look in that Balenciaga. One sip of you, I'm hooked. I wanna hit it hard and no drug could feel this good. Now I'm addicted to you. Faster than adrenaline, you kiss away the pain of all the hell I'm in. You're gonna make me better than I've ever been. 'Cause you're my medicine, you're my medicine. You make my heart beat faster than adrenaline. You take the pain whenever I'm in hell again. I know you make me better than I've ever been. 'Cause you're my medicine, you're my medicine.